Якутского шамана, который шел в Москву, по его словам, изгонять Путина, признали невменяемым. Об этом рассказал его адвокат. В Совете по правам человека уже усомнились в объективности исследования. Цитата: «В соответствии с советскими традициями, если человек против власти, то он либо купленный, либо сумасшедший». Защита планирует провести независимую экспертизу. Александра Габышева задержали 2 недели назад на границе Бурятии и Иркутской области. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Шамана доставили в Якутск и отправили в психиатрическую больницу на обследование. Правозащитники опасаются, что на него оказывают давление. Габышев и большинство его сторонников отказались от похода на Москву. Напомню, шаман хотел пешком дойти до столицы. За 2 года он называл президента России порождением темных сил и планировал провести обряд изгнания.